Не забудь свое грязное фото, написано на этом рекламном плакате. Добрый-добрый день, дамы и господа. Если вы как-нибудь окажетесь в Анапе и не сделаете ни одного грязного фото на Черноморском побережье, то тогда добро пожаловать в грязевой вулкан Гефест, который находится неподалеку от города Темрюк. Это час езды от Анапы или Витязева. И вот грязных фото вы можете наделать очень и очень немало. Мы с вами сейчас пойдем и посмотрим, как все это выглядит и откуда выходят вот такие красивые люди. Вот такой роскошный грим вы можете получить за какие-то считанные 500 рублей, сколько стоит вход сюда, на территорию этого грязевого и оздоровительного комплекса одновременно. Да, тут действительно есть раздевалочки, души, камеры хранения, все удобно и классно. За эти 500 рублей вы получаете возможность всем этим попользоваться и абсолютно безлимитно, сколько захотите по времени, находиться вот здесь, на территории бывшей горы Гнилой, как ее называли местные жители, из-за того, что здесь очень непростая почва, из-за того, что здесь всякие разные ароматы, понятное дело, вырываются на поверхность, и из-за вот этого грязевого вулкана, который находится под нами на глубине аж в 3 километра, только представьте. И он с этой своей глубины, этот самый вулкан, 5 кратерами, выталкивает грязюку какую-то бесконечно полезную на поверхность. Ее температура плюс 22 круглый год. Вот эти вот такие желтые разводы, которые вы сейчас будете видеть, абсолютно неаппетитные. Это не что иное, как йод, оказывается. И вот в этом всем здесь предлагают покупаться. И это все, ну, вот так выглядит, друзья. Понятно, что спасает сразу от всех болезней, это ясно. Понятно, что вы вылезаете из этого грязевого вулкана, сбросив 3, 5, 7 лет, понятно. Ясно, что здорово омолаживает, ясно, что это подтягивает кожу и прочее, прочее. Единственное, что я бы посоветовал, наверное, резиновые тапочки вот всем здесь при входе, потому что, видите, вот такие вот застывшие вот эти вот кусочки грязи, они достаточно острые. И идти как-то не очень приятно, но тем не менее, зато полезно, опять же, как говорят. Ну, понятно то, что, видите, вы сейчас не имеете никакого отношения к инфраструктуре бальнеологической лечебницы, которая была здесь в конце века 19-го. Она будет разрушена в 1902-м из-за сильнейшего извержения вулкана, тогда высота вот этого грязевого потока достигла чуть ли не 30 метров. Сегодня, посмотрите, вулкан вот так совсем не опасен, тихо дремлет, ждет вас для того, чтобы вас побыстрее оздоровить, потому что, опять же, еще в конце 19 века пилоид, то есть вот эта вулканическая грязь, которую видите вы, не очень, может быть, аппетитная в кадре еще и такая чуть-чуть, но она была исследована на наличие разных лечебных свойств, и оказалось, что ее селен, и бром, и бор, все здесь в наличии. Этот вулкан выходит на поверхность несколькими кратерами. И вот там кажется бесконечным как раз вот этот пейзаж. Там есть несколько беседок и несколько этих еще выходов на поверхность. Но вот самый большой кратер находится как раз именно здесь. И вот посмотрите, этот практически без дна. Но опять же, утонуть здесь непросто. И поплавать тоже большое удовольствие. Вот такие эмоции вызывает у вас первый раз в жизни увиденный грязевой вулкан. Ну и, соответственно, процесс погружения в него. Ведь просто увидеть это одно, а нужно его и попробовать. Понимаете, проблема вот в чем. Вулкан вас выталкивает из воды. То есть даже не как в Мертвом море, а еще сильнее. Поэтому просто так не поплыть. Но... Это роскошные кадры.
Если вы хотите почувствовать себя в невесомости, то вот, оказывается, нужно приехать в Темрюк и оказаться на грязевом вулкане Гефест. Главное, что плавать в этом вулкане совершенно несложно. Вас выталкивает сила этой грязи, вы держитесь на поверхности, вот видите. Максим хоть и гребет, но зря это делает, потому что можно смело, просто перебирая руками, перемещаться по поверхности. А можно и вот так, вот там в обнимочку как раз у ступенечек аккуратно посидеть и намазать себе все места. Необычная достопримечательность, что сказать, здесь на Черноморском побережье рядом с Темрюком, может быть, и имеет смысл съездить на пару часов из Анапы. Ну, например, для того, чтобы посмотреть, вот такой вот грим получился у вас. Максим омолодился, в грязи накупался и выглядит вообще достаточно счастливым. Как впечатление, Максюш? Вот в некоторых участках очень холодно, в некоторых тепло. И глина тебя держит просто, не знаю, ну как на бетоне, на полу, вот на твердом. Очень комфортно. Очень комфортно. С вас нравишь.